Запасной козырь. Автор Олег Рой. Близнецы Борис и Глеб Козыревы. Похожи как две капли воды, только внешне. Но у них абсолютно разные характеры, цели и мечты. Борис – прирожденный боец. Он обладает особым даром и способен победить в рукопашную почти любого противника. Глеб – талантливый художник, который посвящает каждую свободную минуту искусству. Парни только окончили школу. Оба исхитрились откосить от армии и готовятся к поступлению в вузы. Близнецы уверены, что взрослая жизнь преподнесет им только приятные сюрпризы. Но незадолго до выпускного вечера Борис попадает в закрытый бойцовский клуб. Там его мастерство оценивает некий полковник, решивший завербовать талантливого парня для борьбы с террористами. И, похоже, Борис не сможет отказаться, ведь на кон поставлено слишком много. Ссылки на эту книгу вы найдете в описании к видео.